Быстрее ставь лайк за 3 секунды, если хочешь бесконечные каникулы! Ну, Бабяна, как всегда, клиентов нет под вечер, это здорово. Можно будет похавать без очереди уже подуставшие булочки, как говорится, немножко с плесенью и с душком, как я люблю. Салам алейку, братуха. Алейкум ассалам. Ну шо, как она, житуха? Да неплохо, у тебя как? Да у меня нормально. Смотри, бороду отрастил. Ну, бороду отрастил. Да ты шо, жена ушла, перестал бриться, мыться, все дела. Ну, а шо, бабузяк, шо похавать есть? Ну, булки есть твои с плесенью вот эти? Да, конечно, у нас самая лучшая плесень в нашем ресторане, которая только есть. Сейчас, из карманов достану, из задних. А, из широких штанин достаю булку для овера, да? Вот тебе, смотри, булочка. О, вот это кайф, а попить? Попить сейчас, вот тебе. А, что это? О, спасибо, Бабян, да. О, старый друг. Здоров, работяги. Здоров. Здоров, как на работе, Андрюха? Да нормально, по кайфу, сами как, чё, как работает, Бабян, как клиенты, отбоя, я смотрю, нет у тебя, да? Да не, почему? Все уже вот разбежались, вы последние клиенты, я ж вот, открываюсь вечером, и все. Ну я это имел в виду, в принципе, давай я как обычно, братан. Давай. Ну что там, Бабян? Как обычно. Давай, Андрюхе, накрывай, а то он вон, видишь, какое это, шабутное и все такое, говоришь, скоро закрываешься уже. Ну да. Ну понятно, ну мужики это, я предлагаю, может, на выходных как-то на рыбалку сорвемся, как? Подождите, подождите, мужики, мужики. Мужики, ну. Попробуйте мой новый эликсир, который недавно изобрел. А ну, слышь, а он как, крепкий, ну? Попробуйте. Ну что, за здоровье пить вредно, Андрюха, выпьем за то, чтобы жизнь жилась в кайф, давай. И давай, сразу же за руль, как настоящие гонщики, ё-моё. Здоровье прибавилось. Ну ладно, Бабзян, закрывай кассу, Андрюх. Да я тоже, пожалуй, поеду домой, всё-таки я это... Наработался сегодня, мужики. Всё, насчёт рыбалки, кстати, я, может, зайду это, вечерком ещё там завтра обсудим. Угу. Отличная идея, ну что, поехали тогда, парни. Заодно и на охоту заедем. Точно, точно, блин. Бабян, а я смотрю, ты приору помыл. Я купил. Ого, нифига ну, себе. Да. Сколько ты ее не мыл? Год, наверное, до этого. Ага, как купил, не мыл. А, как купил, не мыл? Ха-ха, ну даешь. Нифига, ну поехали, парни. Куда последний этот лох? Давай, давай, Бабян, так ты чипанул приору, блин. Бабян, приору угробил. Сейчас ремонт на 300 тысяч насчитают. Зараза. Ё-моё, я тоже застрял, мужчины. Ну шо, вызывайте инструкторов, ё-моё, ГИБДД, пусть вытаскивают. Так а какое ГИБДД, если ДТП не было, блин? Давайте уходим тогда, блин, просто я сейчас свою ласточку достану. Все, смотрите-ка, силой мысли. Я поехал, мужики, домой, давайте на связи сейчас, короче. Слышите? Бабян, давай вытаскивай свою приору, ё-моё, вызывай там эвакуатор. Ой, блин, непочатый край. Так, фух, ладно, мужики там пускай суетятся, а я пойду домой, что-то у Бабяна булки поел, они как всегда с плесенью, и как всегда я не наелся этими булками, лучше перекусить что-то дома. О, у меня есть бананы, бананы можно похавать, блин, еще мясо, о, пирог. Фух, ну после плотненького обеда можно, как говорится, и поспать, чтобы не было беды, лучше овера иди поспи, блин. Фух, ё-моё, блин, это что такое, блин, было? Нифига жмыхнуло! Ё-моё, что такое? Упало что-то? Офигеть! Крышу проломило, блин! Это что? Это двигатель от самолета? А это хвост самолета? Да ну нафиг! Это как? Это что, с неба что ли упало? Это у меня теперь в доме дыра будет? Ё-моё, надо к пацанчикам идти, блин! Вот это тебе здрасте! Вот это новости под вечер! Капец, блин, вот это не повезло. Ё-моё, надо срочно к Бабяну, к Андрюхе же подсказали, что делать. Они-то, блин, парни умные, наверное, подскажут мне сразу, что, блин, делать. Ты слышал, как будто самолет упал. Да капец, блин, где ж он, интересно, так? Куда, где же, вон, крышу мне проломил, упали части самолета, блин, двигатель упал. И еще, блин, парни, это, крыло или что-то там, что вы ржете? Бабян! Смотри, какая у него там дырка. Да, далеко надо идти. Чё делать, блин, пойдем, посмотрите, подскажете. Я вообще с ума, я в шоке, это, блин, представляете? Вот это шок, давай посмотрим, что там. Так я уже спать шел. Слышу,
ну, взрыв, вот это, выстрел, туда-сюда, удар. Я вообще чуть не обкекался, мужики. Что это было? Да что там, блин, не знаю. Давайте, вон, смотрите, что, блин. Где? Вот, смотри, Андрюха. Ё-моё. Смотри, реально, бобезяк, самолет упал. Ну нафиг ты фоткаешь, бобез, блин, плакать надо. Да ладно, блин. В этот, в СМИ отправим. В СМИ? Можно спать, кстати, под открытым небом и загорать. Да. Капец, блин, вон, это реально самолетная часть, а? Димочек, а у тебя все в остальных комнатах ты проверял нормально, не? Да не проверял, вроде как только в эту, но давай посмотрим, может тут что где-то еще что-то ударило. Ну смотри, тут все нормально у тебя. Стоп, парни! Чего? А что это такое? Посмотрите в окно. Червяк какой-то, что ли? Че это за фигня? Слышь, Бабян, ты же биологом был в школе. Че это за фигня? Может, пойдем посмотрим? Пойдемте, пойдемте. Парни, что-то это нечисто как-то. Упало крыло самолета, упал двигатель. Теперь я что-то вижу странное в окно. Это, парни, мне кажется, не к добру. Ну ладно, пойдем посмотрим, блин. Че это такое? Давай на задний проход выйдем. А ну-ка. А ну, тихо, парни, дайте я пойду посмотрю. Страхуйте, если что, это похоже реально на какое-то живое существо. Глаза, рот, ну-ка, когти. Ну-ка, погладь его, слушай, какой-то он милый, прям, смотри. Сейчас, тихо, ну-ка, поглажу. Сейчас. Ой, блин! Мужики, это что? Уходим! Ё, быстрее, забегай обратно! Закрывай дверь! Ё-моё! Быстрее, на второй этаж! Давай, на второй этаж, быстрее, закрывайтесь! Андрюха! Капец, это что за чертовщина такая? Успели! Не успели! Да, дверь открылась! Успели! Всё! Это что за фигня, парни? Бабян! Может, ты знаешь, что это, слышишь? Мужики! Ну! Мне кажется, да, это мостовой червь! Мостовой червь? Червь! Да, это монстр Тревора Хендерсона! И говорят? Ну! И говорят, если увидишь возле дома, срочно беги, блин! Если увидишь мостового червя возле дома, срочно беги! Да! А что нам делать тогда? Убежать? Он у нас на первом этаже, Бабян сказал, надо срочно бежать. Надеюсь, Бобис, ты прав. Так, парни, я пойду на разведку. Еще раз тогда выйду, и давайте сваливать из дома. С Богом, мужики, тихо. Давайте. Только давай осторожней, братан. Так, его вроде нет, сейчас я пойду вниз, слышите? Тебя здесь подождем. Так, тихо, мужики. Блин, он здесь перегородил путь. Парни, тихо. Думаю, осторожней, поднимайся наверх быстрее. Мужики? Диман, парни. Тихо, он уходит, парни, он уходит, слышите? Он ушел! Ну-ка. Идите быстрее сюда! Тихо, он возвращается! Ну-ка, давай быстрее пять! Давай назад, блин! Он вернулся, мужики, блин! Зараза. Так, ладно, пойду проверю, слышите, может быть, или шо, блин? Я не знаю, может, подождем чуть-чуть парочку часиков, а? Да какой, я пошел! Так, ладно, все, давайте, мужики, пошел! Давай. Слушай, может, мы со второго этажа спрыгнем, а? Да вы че, мы разобьемся, тем более мне окна пули непробиваемые. Так, тихо, он бежал сюда. Где-то здесь, под лестницей, Бабян, смотри! Он же это, как его, под мостовой, нет, под лестницей какой-то. Тихо, где-то здесь лазает, пробуйте двери. Закрыто, блин, слышите? В смысле? Ты же не закрывал дверь. Закрывал? Не закрывал. А где он? А куда он делся? Куда он мог исчезнуть? Закрыто, блин. Все закрыто. Тут тоже закрыта дверь. Блин. Парни, он что, нас запер, слышите? А как он мог это сделать, Бабян? Ты же это, биолог, рассказывай, что это за червь какой-то мутированный? Мне кажется, он через это, через вентиляцию сбежал как-то. А мне кажется, он открыл дверь, зашел и просто как-то нас закрыл. Но, парни, слышите? Я в гараже чего? Вот эту дверь, когда ставил, я схалтурил, короче. Ага. Она на самом деле на петлях фигово висит. Если мы втроем всем телом массой навалимся, кабаны, мы ее с петель снимем. Да тут Андрюхи одного хватит. Она, она может сдвинуться, если что откроется. Давайте навалимся. Три. Ну все, давайте, сюда. Боровы. Навались. Раз, три. Давай, мужики. Ну, давай. Давайте, кабанчики, оп, навалились. Оп. Все, открылось. Ого. Фух. Так. Ладно, мужики, открываю гараж. Мужики, открывай! Заклинило, в смысле? Блин, что тут делает? Побежал! Андрюха, тебе заклинило, давай обратно в хату! Давай, забегай быстрее, он зажал Бобиса по голову, Димон! Ай, блин, меня тоже куснул, сейчас закрою. Нафиг, бежим, Андрюха, куда-нибудь, слышишь? Давай спрячемся где-нибудь здесь. Садись, сиди, блин. Капец, он его убил, а кто уж он жив? Я не знаю, он ему прям откусил, как будто полголовы. Ё-моё, что делать будем? Я не знаю, Андрюха, еще дверь гаражная заклинила. Слышь, Андрюха! Чего? Так он там, наверное, Бабяна хавает. Давай Бабяна спасать, блин. Ой, смотри, он вышел. Тихо. Ё-моё, тихо, Андрюха. Только сидим, не палимся. Он на нас там смотрит. Дима, я не хочу умирать. Не дыши. Он ушел, Андрюха, он походу на второй этаж. Давай быстрее. К Бобису. Может, он еще живой, Бобис? Ё-моё. Это...
Я сейчас вырыт, это реально он, походу, он его сожрал, этот червь, как он сказал? Слышишь, может, ножку возьмешь, зажарим? Погоди. Мостовой червь, блин, да. Фу-фу, какашками воняет, блин, давай не будем. Андрюха, помни слова Бобиса. Если видишь мостового червя возле дома, срочно беги. Очень жаль Бобиса, но придется убегать. Андрюха, давай лучше уедем на тачке. Отличная идея, тем более это ворота открылись каким-то образом. Давай, наверное, отклинило, садись. Поехали. Газую, братуха. Давай. Братан, на своей ласточке, она тебя едет нормально. А вон он, Андрюха, под мостом. Капец, реально а как под мостовой, так? Либо мостовой червь, давай мостовой газу. Мостовой червь, газую, могу, эта ласточка быстрее не едет, Андрюха. Слушай, она себя догоняет пока что, нормально, давай тогда в газу. В горочку тяжело, но мы уходим, Андрюха. Фух, давай уезжай. Все, гоню. Я гоню быстро. Хорошо, Андрюха, оторвались, блин, от него. Слава богу, братан, ехал ты как настоящий уличный гонщик. Вин Дизель, реально прям. Догнал, братуха, вообще, что было мочи, блин, чтоб выжить вообще. А куда мы вообще приехали? Андрюха! Вон он, блин! Как он оказался? В тоннеле! Под туннелем! Я не знаю! Андрюха! Димон! Давай прыгай! Прыгнуть можно, давай, только осторожно! Ай, блин! Аккуратно, блин, лови меня! Ай, лови! Все джинсы порвал, давай, лови! Все, тихо! Он нас спалил, Андрюха! Капец, что делать? Где мы вообще находимся? Что это за место? Не знаю! Нифига он страшный! Андрюха, стой! Он ловится прям! Куда будем бежать, братан? Тихо, Андрюха, стой на месте! Он не попадет сюда, он к нам не придет! Он прыгает, Андрюха, уходим! Все, давай тут лестница есть! Куда ты пошел? Да! Сейчас, Андрюха, я к тебе! Давай, бегу! Давай наверх! Давай, к тебе, родной! Уходим от него! Тут осторожно, тут это! Отойди! Мост сломанный! Да фиг с ним! Он идет! Что это за нами, капец? Он идет! Братан, давай наверх! Ё-моё, блин! Капец, братан, Андрюха! Быстрее, это что за фигня? Можно спрятаться куда-то! Так, давай! Проходи, я прикрываю! Давай! Ай, блин! Ё-моё! Тихо! Андрюха, тут, блин, пол, я чуть не ударился головой! Капец, он прям нам душу смотрит, смотри, этот червь! Это что вообще такое здесь, слышишь? Я не знаю, тут что-то в крови все. Так, он не пролезет, Андрюха, тут все завалено. Ай! Тихо! Ай, смотри, что-то ломает там, а? Будем ждать, Андрюха. Так, тихо, уходит куда-то, слышишь? Фух, пронесло походу, братан. Он, видимо, ищет какой-то другой проход. Так, смотри, Андрюха, тут люди, у них оружие вон. Дробовики какие-то. Смотри там, у него сисурити написано, охранники походу. Скорее всего, реально охранники этого места. Андрюха, куда мы приехали вообще? Что это за место? Я вот тебе то же самое хотел спросить, знаешь, что за место, не? Не знаю, вон, возьми калаш какой-то, или что там ты нашёл? А я тут дробовик взял. А, ну давай я тогда еще калаш возьму на всякий случай. Бери. Фух, вот это, Андрюха, нас занесла судьба. А как он нас так опередил, как он нас вычислил? Без понятия, может, он под землей ползает, братан. Кстати, может быть, Андрюха. Так, надо текать все равно, Андрюха, отсюда, слышишь? Ну-ка, тут дверь не поддается, давай вместе навалимся. Ну, никак. Не получается, слушай. Так, ладно, может просто тогда вылезем, вот эти коробки разломаем или как? А может мы как-нибудь не шумя, да, вот так вот, по-тихому? Не шутя, давай, не шумя. Не шутя, опа, не шутя. Так, смотри, тут вот какое-то здание, оно выглядит более прочным, чем в то, в котором мы были. Может там попробуем укрыться, Андрюх? А давай попробуем реально. Так, давай иди за мной, если что, с калашом всех перестреляю, блин. Нифига себе ты жесткий, а меня дробашка. Хозяева, есть кто дома? Ауф! А тут что-то все в крови, Димон. Так, ну я никого не вижу, Андрюха, все чисто. Ну ты никого не видишь? Под ноги, смотри, это маленькие детеныши этих червей, блин. Ё-моё! Капец, это что, логово этих червей или чё? Походу, расстреливай, Андрюха. Они кого-то хавали, видать, хозяев этого дома. Похоже на то, ну-ка, давай, зажимай. А где еще один? Бегал а же. Вот у меня, он, смотри, он сломал. Фух, убили, блин. Слышишь, Андрюха, так тут вообще, блин, небезопасно. А тут вообще, походу, нет безопасных мест, братан, вообще нету. Может, текать будем? Давай только ты теперь первый иди, Андрюха, я больше не пойду. Хорошо, ладно, давай за мной, если что, я с дробовиша буду всех убивать. Давай, нафиг надо, надо очень... Ай! Чё там? Димон? Так, он здесь, давай лучше обратно! Лучше обратно, потому что тут это как бы уже мать стоит, пасёт за убийство детей, походу. Я в ванну, Андрюха, я все, давай. А, давайте, закрою, покакай как раз таки, а то воняло что-то. Сам какай, блин. Ага. Ладно, Андрюха, на самом деле тут как-то даже жутко, блин, сидеть, да, я выйду. Чё ты там уже? Капец, какие вкусные бончики, братан, ты где? О, смотри. Что, вкусные бончики? Бончики, да, вкусненькие. Ага, я не хочу, Андрюха, давай осмотримся, вдруг тут небезопасно, это же все-таки логово этих, блин, червей.
Капец. Отличная идея, давай осмотримся. А как оно тут оказалось? Каким образом мы вообще приехали в это логово? Может, этот мостовой червь транслирует нам мысли, куда ехать? Нифига себе, ты что, гений? Я не знаю, блин, ну тут, слушай, тут вообще, блин, Андрюха, на самом деле очень жутко как-то. О, капудахтеры, смотри. Чё там? А там интернета нет, что-то показывает, мелькает, а интернет не работает. Понятно. Ой, блин, там, Андрюха, еще один был. Где? Хорошо проверили, видишь, вот здесь вот стоял. Ого себе. Ага, видишь, Андрюха, если бы сейчас не проверили, начали бы хавать, он бы сзади нас подошел по жопе, как укусил бы. Нас бы сам съел, ага. Смотри, Андрюха, тут выход. Ну-ка, открывай. Мы с другой стороны здания вышли. Вон маяк, давай попробуем на маяк. Вдруг там можно с кем связаться будет. Слушай, давай попробуем, может какая-то береговая охрана откликнется как-нибудь, а? А ну давай, блин, так это не работает тема, придется пешком идти, блин, давай. Блин, какой-то страшный мостик, я прям боюсь, братан. Мостик вообще криповый. Чё? Ты он на крыше это... был, я мать видел. Червь идет. Так, давай, 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 там мостовой червь, чего ты взял, что это мать, блин? Давай, я стреляй. Я не знаю, может это детей охраняет, либо он, я не знаю, может это папа. Не знаю, кто это мостовой червяк, Андрюха, давай, блин, это... Внутрь заходи, слушай, Андрюха! Слушай, он вообще не проходит, а куда идти-то я не могу пройти! Маяк вот сюда, давай быстрее, слышишь? Сейчас, секундочку, давай. Прикрывай меня! Забегаем, забегаем, блин, ё-моё! Хорошо, 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 закрываю дверь, всё! Фу, Андрюха, давай я наверх! Я вырвался из этой пасти. Вырвался? Блин, это ага. Капец, Андрюха, чуть не пали храброй смертью! Как Бобис прям! Ну, Бобис-то понятно, блин, Бобиса жалко! Так, смотри, Андрюха, карта! Рация, дай попробую связаться. Слушай, не прогадали, давай связывайся быстрее. Прием. Прием, слышно? Это маяк. Это маяк Форт Броункс. Прием, прием, прием. Слушает береговая охрана на связи. Что у вас случилось, что произошло? Передает сигнал СОС. Маяк Броункс. На нас охотится монстр Тревор Хендерсон, мостовой червь. Требуем подмогу, СОС. Мостовой червь? О, дело плохо. Хорошо, мы сейчас пришлем береговую охрану, ждите нас возле маяка. Принято, отбой связи. Конец связи. Слышал? Слушай, походу мы спасены, братишка. Так, короче, Андрюха, надо ждать береговую охрану, только я не знаю, блин. Чего? Андрюха, он сверху ползет. Ну-ка, стреляй! Андрюха, давай вниз! Ну-ка, спускайся! Это, походу, была ловушка, блин, давай вниз уходим! Чё это за фигня? Это ловушка мостового червя! Андрюха, что делать? У меня, кстати, есть идея, слышишь? Какая? Походу, надо прыгать в воду и до берега! Только так сможем оторваться, слышишь? Давай, братанчик, только осторожнее, вот так вот, пониже спустимся, а то мало ли разобьемся. Если пчелки были, если пишки были пчелками, то они бы ни почём никогда прыгай! Бы не подумали так высоко строить дом! Да тот же живой! Живой, 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 Андрюха! Плыву к берегу! Давай быстрее! Капец, мне кажется, я себе все внутренние органы отбил, братан. Помоги, я тоже! Пожалуйста. Походу отбились, Андрюха! Походу оторвались от него! Слава богу, ждем капец. Береговую охрану! Осталось дождаться береговую охрану, братуха, блин! Слушай, как раз таки сюда, может быть, и приплывут. Тихо! Видел что-то? Все, Андрюха! Походу не оторвались! Капец! Я не знаю, выхода нет, придется стреляться, Андрюха! Все, ни шагу назад, ни шагу никуда! Стреляй! Давай, зажимай его дробовиком! Это тебе за Бобиса, это тебе за наши нервы, мостовой червь, это тебе за мой дом и за крышу! Давай, капец, он жесткий какой-то! Я думаю, Андрюха, это он опрокинул самолет! Может быть, кстати! Давай, стреляй, блин, братуха, максимально, я сейчас дробовик возьму! Давай, бери, 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 бери! Ему больше не выкарабкаться, братан! Он попался! Слушай, ну у нас... Стволы жесткие, нормально, на самом деле. Ну, конечно, блин, у тебя ствол вообще, блин. Дай боже. Дробовик еще тот, блин. Давай, Андрюха. Слушай, ну. Он, походу, это... Что? Ослабился, нет, или мне кажется? Не знаю. Может, ну-ка. Быть. Ну-ка. Точно ослабился на какое-то... Еле ходит, на какое-то время. Все. Смотри. Дешевка. Смотри, он даже скукожился, капец, как на морозе, ё-моё. Все, малой, блин, червяк. Скис, да. Слушай, это, походу, вот этот был, который за нами все время гнался, он самый большой был из тех, которых мы видели. Офигеть, Андрюха! Вот тебе, если увидишь мостового червя возле дома, срочно беги! Фух! Ага. Убежали! Осталось эту охрану дождаться. Кстати, хорошее место, если бы, конечно, не эти черви всякие мостовые. Это точно! Ну, ждем охрану, Андрюха! Я пойду покупаюсь. Я тоже от крови помоюсь, да и пописаю, блин. Не надо, не вписывайся. Да теплее, пожалуйста. Будет, Андрюха. Да не, и так надо жарко, погреть лето на дворе. Водичку, ага, отстань, блин. Давай. Да что ты, куда? Иди сюда. Да все, я тут заплыл куда-то, не а знаю. А я тут все, я как раз нассал. Все, пока. Я вышел. Ну, я и чувствую.
Ну что ж, ребятки, а вот такой вот видосик у нас получился, и мы с парнями надеемся, что вам все понравилось. Обязательно подписывайтесь на все наш канал, не забывайте про лайки, про колокольчики и про положительные комментарии. Пишите, что нам еще такого позаписывать в Грисмоде, и мы, конечно же, все сделаем. Какие истории, какие сюжеты, каких монстров, что пишите, и, конечно же, все мы запишем. Ну а с вами сегодня были Оверфони и Бобби. Большое спасибо за просмотр, не болейте, успехов, хорошего настроения. Ссылочки на каналы Пэтсков найдете в описании, смотрите их видосики и стримы. Ну а на этом мы с вами прощаемся, всем удачи и пока-пока! Всем бай-бай, дорогие друзья! Да, режь, Ваким!